Ежегодный образовательный форум «Территория смыслов» на Клязьме – один из крупнейших федеральных форумов, объединяющих активных молодых людей со всей страны. С 27 июня по 12 августа этот форум примет около 6 тысяч участников. 2 июля завершилась первая смена «Новые возможности развития студенческих объединений», в которой приняла участие студентка Казанского федерального университета. Именно на этот форум давно хотела попасть, то есть этот форум является одним из главных форумов нашей страны, который организует Росмолодежь. Но, как правило, форум – это ощущение, что это просто один большой день, насыщенный. Ты не запоминаешь, где было вчера, где сегодня. Уже в четвертый раз подряд форум проводится во Владимирской области. Сотни молодых людей принимают участие в дискуссиях, встречах и мастер-классах. На территорию смыслов приезжают известные люди, чтобы поделиться своими знаниями с талантливой молодежью. В эту смену к нам приезжал Овечкин. Вот, мы были безумно рады. Также был вице-премьер Республики Удмуртия, были заместители мэра Москвы. То есть, ну, достаточно такие знаменитые и люди, которые могут тебе о чем-то рассказать. На этой смене обсуждалось не только развитие студенческих клубов, но и развитие студенческих СМИ. По итогам прошедших 6 дней каждая команда представляла свои проекты. У команды Юли оказался самый лучший проект. Он заключался в том, что мы хотим, чтобы за студентами, которые занимаются журналистикой, в университете закреплялись журналисты с регионального СМИ и как-то их курировали, помогали. У многих был проект, связанный именно просто с созданием медиа-центра на базе университета. Что априори понятно, что медиа-центры в большинстве вузов существуют уже. Важно понять, как их улучшить, как улучшить их эффективность. В форуме принимают участие студенты, аспиранты, молодые ученые, преподаватели в возрасте от 18 до 30 лет. Впереди еще 5 ярких тематических смен форума, которые соберут самую активную молодежь нашей страны. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.